Меня очень удивила вот эта история с Артеком, недавняя совершенно, фестиваль «Алые паруса» в Артеке. И Александр наш Магаров с детьми, с маленькими, по жребию, там жребия они все тянули, осуществлял съемки художественного фильма, правильно я понимаю? Ну, короткометражку, да. Домагаровцы вместе с Александром вытянули мелодраму. И, значит, отчубучили эту мелодраму так, что она по всему Артеку заняла второе место. Что вас туда потянуло, к детям? Я говорю, а почему бы нет? Ну, даже интересно, если бы это попробовать. Но я-то в надежде на своего сына, который закончил Хотиненко. Да-да-да. Я-то все говорю, Санек, мы сейчас подъедем и все сделаем там. Санек говорит, да-да, и вдруг в последний момент налево. Я говорю, как, да-да, я что? Ребята, это так сложно. Еще бы. Бросали такую рыбочку, значит, про детишек, да, как-то ее там стали развивать. Утром я пришел на следующий день, он уже написан, посценно. Все, значит, хотят сниматься, и все хотят быть героями. Я говорю, давайте сделаем так. Это самое страшное. Я понимал, что здесь нельзя им наступать на горло. Я снял коротенькие видео, я говорю, так, все, выбирайте. Я умываю руки. О, боже, сколько обид. Они, ну, конечно. Ну, мужики плачут. Конечно, да. Не дали мне главную роль. Я хотел. Девчонки просто тихо уходили. Губки задрожали. Да, все, да, она да. За телефон хватается. Да, говорит, все, да еще ничего не известно, ну, что подожди, лучше. Может быть, не надо и вообще, может быть, все плохо. Боже мой, это ж в первый день я получил. Думаю, что же будет дальше. Вот эти глаза, вот эти... Нет, мы самые лучшие. У них вот это вот соперничество друг с другом. И я говорю, ну ладно, дети мои, мы все вышли, уже закрытие прошло. И вдруг они говорят, капуста! И вот ты стоишь здесь один, и вот они все налетают, и вот это вот все обнимают, и так вот больше, больше, больше... Я стою, понимаю, что мне, блин, почти 53 года. И у меня вот здесь слезы, вот начинает дрожать. Да. Думаю, ну только не при них сейчас не надо. Все, детишки, детишки, давайте пока-пока. Все, долгие проводы, лишние слезы. И сам тут лишь бы только, чтобы никто не видел. Так уже.